За то, что вы мне не предоставили обратной связи. Вы видели это? Красава! Всем здрасте! Сегодня в этот летний, прекрасный, жаркий день Петербурга устроим такой челлендж попадания по банкам Спрайт и Кока-Кола. Мало того, что попасть в банку, но, Давид, еще ее снести. То есть здесь и точность, и сила. Сегодня мне пришел в помощь игрок-защитник, мощный защитник, один из лидирующих защитников команды «Хоккейка» Давид Давоян, вы его знаете. Для нас он просто Дава. Привет. Давай 5. Дави смешно, потому что он изначально говорит, я не попаду, мы здесь проведем весь день. Вот, но ничего страшного. Задача-то не просто попасть, да, а именно снести. То есть тут еще надо силу применить. А когда бросаешь на силу, точность теряется. Поэтому мы усложнили себе, но тема интересней. Обратите внимание, у нас получается 3 спрайта и 1 кока-кола. Почему 1 кока-кола? Была у меня там одна идея сделать с банками кока-кола. И им, в принципе, это реклама, и нам интересно. Позвонили мы на завод, ответила милая девушка, перевела нас на электронную почту. Напишите туда, мы сделали запрос, обратной связи никакой. Просто, ну, ребят, так нельзя, хотя бы отписались. Спасибо Славе, администратору с катка «Озерки» за предоставленную фанеру. Слава, я тебе обещаю, что я ее верну. Я на самом деле с температурой болею, вот, поэтому, честно, состояние не очень, ну, что делать. Вот и солнышко вышло в Петербурге. Кстати, когда было у нас также в Петербурге лето, у нас эти 2 дня были тренировки, поэтому я его пропустил, я был на льду. Хорошо, даже ворота не попал. Оу! Вы видели это? Красава! Просто ее на части. Я, говорю, все равно не попаду, и он ее размозжу. Большой выбор новой и БУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».